муниципальном округе Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Братеево об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2022 год с 13 часов до 14 в здании управы района Братеево по адресу улица Алматинская, дом 10, корпус 3, кабинет 29. И утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево согласно приложению номер 2 к настоящему решению. Уважаемые коллеги, кто за данное решение? Прошу голосовать. Елена Алексеевна. Спасибо. В связи с изменением количественного состава Совета депутатов, нам необходимо было внести изменения в приложение, где мы закрепляли основными депутатами и резервными депутатами за ранее уже определенными домами. Поэтому принцип закрепления, перезакрепления был достаточно простой. Резервный депутат становился основным депутатом, а уже на место резервного депутата определяли по пропорциональному принципу, чтобы, соответственно, у всех достаточно было равное количество закрепленных депутатов. Поэтому прошу принять решение об изменении на предыдущего решения в связи с вышеозначенным. Спасибо. Александра Алексеевича, согласно которому адресный список, в титульный список, адрес Братеевская, дом 27, корпус 1. У нас с вами виды работ, замена магистрали, канализации по подвалу с включением строительного. То есть виды работ у нас с вами не меняются. У нас меняется только адресный перечень в связи с тем, что адрес Братеевская улица, дом 33, корпус 1. В рамках попал в программу капитального ремонта на 2026 год.